Вы слушаете Народное славянское радио. В качестве вступления я хотел бы рассказать о том, что еще в 1969 году некий доктор Ричард Дей, глава организации «Запланированное родительство», которая занимается евгеникой и контролируется фондом Рокфеллера, выступал перед докторами в Питтсбурге, рассказывая им о приближающейся трансформации общества. Так вот, он во время этого выступления попросил доктору выключить записывающее устройство и не делать заметки, пока он будет оглашать длинный список запланированных мер. Вот. Но один из докторов все-таки сделал запись и благодаря этому придал огласке. Так вот, почему я об этом сказал? Потому что на той конференции в 1969 году этот Ричард Дей заявил, практически дословно сейчас скажу: мы сейчас можем вылечить любой вид рака. Вся информация содержится в фонде Рокфеллера и может быть обнародована при наличии соответствующего решения. Да и в частности сказал, что если люди будут медленно умирать от рака или от чего-нибудь еще, то это сможет замедлить темпы прироста населения. Вот. Это связано с тем, что сам по себе фармацевтический бизнес не ставит перед собой цель излечить рак. Зачем излечивать болезнь, если можно скачивать деньги за борьбу с симптомами? При этом совсем не обязательно рассказывать доверчивым пациентам, что яды химиотерапии убивают как раковые, так и здоровые клетки. И в результате самого человека.